Пак Ки Мун, 8-й генеральный секретарь ООН и председатель Государственного центра социальных действий. Достопочтенные главы государств, премьер-министры и первые леди, уважаемые участники из 150 стран и всех слоев общества, представляющие правительство, отрасли, неправительственные организации, религиозные организации, женщин, молодежь, научные круги, люди искусства и работники СМИ. Для меня большая привилегия и честь выступить перед вами с небольшой речью в связи с историческим событием. Митинга надежды в поддержку Небесной Объединенной Кореи посредством взаимозависимости, взаимного процветания и общечеловеческих ценностей. Кроме того, я хотел бы сказать сердечные слова благодарности доктору Хак Ча Хан Мун за организацию этого драгоценного собрания. В течение последних 7 лет доктор Мун прилагала все силы для того, чтобы объединить заинтересованные стороны из всех слоев общества в поисках инновационных путей построения мира и поддержки мирного воссоединения на Корейском полуострове. Ее искренние усилия, направленные на содействие делу мира, привели к успешному проведению Всемирной встречи на высшем уровне в 2020 году в феврале и оказали большую поддержку Декларации Азиатско-Тихоокеанского союза. Я считаю, что это важное собрание также послужит платформой, которая заложит основу для того, чтобы Корея превратилась в инновационную и единую страну, в мирное экономическое сообщество на Корейском полуострове еще до конца этого столетия. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа! Как вы, возможно, уже знаете, мир, в котором мы живем, постоянно сталкивается с проблемами, угрожающими миру. Высокомерие и материальная жадность привели к территориальным спорам, конфликтам между религиями и этническими группами и распаду семей. Что еще хуже, они усугубили неизбежную угрозу изменения климата и глобального потепления. Все это серьезно подрывает человеческое достоинство. Безудержный национализм угрожает безопасности человечества. Я был свидетелем этой жестокой реальности не понаслышке, пережив войну в Корее, а также во время моей работы в качестве дипломата и министра иностранных дел Кореи. Однако за время моего пребывания на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций историческое единодушное принятие 193 странами Парижского соглашения в ходе конференции ООН по изменению климата в 2015 году стало крупным поворотным моментом в деле решения экологических проблем, особенно в вопросе снижения количества парниковых газов. Однако мы все еще сталкиваемся с очень сложным комплексом проблем, некоторые из которых особенно обострились на фоне пандемии COVID-19. COVID-19 действительно является серьезной угрозой человечеству. С этим кризисом мы наблюдаем рост тревожных тенденций. Я упомяну 4 из них. Все они взаимосвязаны. Во-первых, это растущая напряженность между США и Китаем, которую некоторые называют новой холодной войной. Эта тенденция имеет и будет иметь глобальные последствия, но особенно глубоко здесь, в Азии. Во-вторых, национализм и протекционизм растут, в результате чего страны отходят от многосторонности отношений и международного сотрудничества. В-третьих,
остается неизбежная угроза изменения климата, подрывающая здоровье и безопасность человечества на многих фронтах. Если мы не можем объединиться в одно мировое сообщество, само наше существование окажется под угрозой. В-четвертых, существует кризис ценностей, этики и социального капитала, которые лежат в основе благого управления и стабильных обществ. Новая холодная война в эпоху COVID-19, национализм и протекционизм, изменение климата и кризис социального капитала – явное проявление строгого предупреждения природы человечеству. Нам нужно прислушаться к этому предупреждению и с предвидением и предусмотрительно искать практические способы сосуществования с природой. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, одними силами правительства невозможно решить проблемы нашего времени, не говоря уже о COVID-19. Роль неправительственных организаций очень важна. Если мы хотим достичь наших целей, таких как в области устойчивого развития, необходимо наладить широкий круг партнерских отношений, особенно между правительством и гражданским сообществом. Создание партнерства в широком спектре отраслей крайне важно, если мы хотим построить лучший мир. В этой связи я высоко оцениваю работу, начатую доктором Хакчаханмун в качестве примера. Я считаю, что Федерация за всеобщий мир и ее широкий круг партнерских отношений в сферах политики, религии, науки, средств массовой информации, экономики, искусства, женщин и молодежи служит хорошей моделью. Я верю, что Федерация за всеобщий мир станет краеугольным камнем для построения прочного мира во всем мире и Небесной Объединенной Кореи на основе взаимозависимости, взаимного процветания и общечеловеческих ценностей. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, мир – это не та проблема, которая является исключительно важной для одного человека или одной страны. Мир – это наше общее желание и долгожданная цель. Я верю, что прочный мир наступит только когда правительство и гражданское сообщество будут тесно сотрудничать друг с другом. Настало время наводить мосты, а не возводить стены. Если мы работаем вместе, нет такой сложной задачи, нет таких препятствий, которые невозможно преодолеть. Независимо от нашего национального, этнического, расового, религиозного или политического происхождения, мы являемся членами одной человеческой семьи. Давайте уважать и поддерживать друг друга ради достижения мира во всем мире. И еще на шаг приблизимся к мирному воссоединению на Корейском полуострове. Я хотел бы еще раз поблагодарить доктор Хакчаханмун за организацию сегодняшней акции «Ралли надежды в поддержку Небесной Объединенной Кореи». Пусть с вами и вашими семьями будет счастье и благословение небес. Спасибо.